привет! Сейчас раннее утро, и я собираюсь на Авиафест. Вчера забрал машину, ее починили наконец-то. Ух, совсем другая тачка и тормозит, что самое главное. Поменяли все запчасти, плюс мы еще докупали некоторые элементы подвески под замену. Остался еще вопрос по передним стойкам, которые рабочие, но нужно поменять пыльники. Это не получилось, поскольку на правой стойке окислилась гайка. Просто не удалось ее никак сорвать вручную, а пневмоключом просто невозможно залезть туда, потому что сама гайка находится под лобовым стеклом в таком кармане. Будем ждать, пока вытекут стойки, спилим просто и поставим новые. А так, в целом, все сделали, и мне очень нравится. Также вчера заехал на спортшиносервис на мойку устранить косяки по кузову. Диск покрошился, пыль от диска посыпалась по всей правой бочине, она вся была в таком ржавом напылении. Вчера мы его удалили путем пластилина, теперь машина ждет полировку. Авиафестивале. Здесь проходят соревнования по фигурному, я не знаю, пилотированию самолетов. Кроме всего прочего, здесь дрифт-шоу. И сейчас мы будем разыгрывать поездку в пассажирском ковше. Ха-ха-ха. Виталий, давай, закидайся сюда. Кулиса прямо. Е. Чайка славится не только гонками, но и авиацией. И сейчас на Чайке проходит авиафестиваль, на котором также будет шоу Александра Гринчука, JCB, пауэрлифтеров, а также велофристайл. Что там происходит? Я не вижу. Этот солнышко тебе немножко вмяли. Вот так вот босс возвращается домой. Максим, привет. Мы тебя ненавидим. Не так быстро! Чуть-чуть присорвусь. Помедленнее! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Потихоньку-потихоньку. Все, стоп! Чтоб бампер не сорвался. Не, нормально, потихонечку. Оп! Теперь, сейчас мы выровняем. Поехали по чуть-чуть. Да-да-да. Едем отлично. Суп. Теперь на меня. Давай, 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 давай. Потом поздно будет. Я тебе говорил. Стоп, 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 стоп. Да, чего? Да. Чего стоп? Да потому что я не помещаюсь. А, ты не помещаешься. Ну да. Потихоньку. Слишком в притирку, понял? Сейчас. Назад чуть-чуть. Что, поехали? Да, потихонечку. Давай на себя, наоборот, на себя, на себя. Поехали. Ну,
спасибо Максиму, что подготовил машину для транспортировки и забыл добавить руль. Хотя бы наварил трубочку, как велосипед, чтобы хоть как-то можно было рулить, а не пинать колеса, как мы это делали. С территории Российской Федерации через границу таможню, через черную зону, потом через украинскую границу, и теперь вот мы где! Вот мы дома! Немножко истории этой сливы. Эта машина была приобретена в Соединенных Штатах Америки, привезена в Украину, поставлена на учет. Машина была перестроена полностью, установлен мотор LS3, который проехал половину сезона и выплюнул поршень. Потом в него опять поставили LS. В 2015 году Вова закончил карьеру дрифтера. И машину приобрел Макс Твардовский. На тот момент уже был LS7. Настроен полностью, подвеска настроена, все работало. Макс участвовал в Украине на этой машине, а также было несколько выездов в Европу. Весной 2016 года машина была перевезена в Российскую Федерацию для участия в Russian Drift Series. И вот сейчас мы видим текущую версию этой машины. И история очень богатая и очень непростая в этой тачке. Что будет с ней дальше, будем следить. Итак, пришло время розыгрыша. В прошлом выпуске BitLook Insider мы объявили конкурс, главным призом в котором является вот этот Drift DVD. По условиям конкурса мы просили вас подписаться на наш канал, подписаться на наш Instagram и на Instagram Ukrainian Drift, сделать публикацию на стене одной из социальных сетей и уведомить нас комментарием под видео о том, что вы все сделали. Бонусами к нашему подарку станут наклейки BitLook и United Drift Challenge. А также мне удалось подписать диск у призеров 2009 года Грини и дяди Юры. Ну что ж, приступим к розыгрышу. Под нашим видео есть 5 комментариев, и это прям очень увеличивает вероятность выигрыша для каждого из претендентов. Этих 5 я уже вбил в список рандом. Тот, кого Random.org определит первым в списке, станет победителем. Погнали! И Антон Алиник. Итак, проверяем, выполнены ли все условия. Антон. Facebook и ВК. Один за первая запись, наверное, он имеется в виду. А где запись? А записи нет. Проверяем ВК. Есть, я уже вижу, что есть видео. Следующим условием была подписка на Instagram BitLook и Ukrainian Drift. Сейчас проверим. Вводим в поиск. Есть Антон Алиник, все верно. Подписки. Так. Есть BitLook. Где же Ukrainian Drift? Подписан на меня, красавчик. Так, пролистали мы где-то. Есть. Есть Ukrainian Drift. Итак, Антон Алиник является счастливым обладателем диска Drift DVD D1 UDF 2009 сезон с автографами дяди Юры и Грини. Наклеечки. Мы с тобой свяжемся, Антоша. Рады. Это был BitLook Insider. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новостями, комментируйте, ждите новых розыгрышей. До встречи в следующий четверг. Карамба, за нами приехали. А вот наш эвакуатор. Долетит до первой мусорки. С ветерком.